Раки, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на май месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И, конечно, в конце расклада мы возьмем карту совета, что вам высшие силы советуют. Да? Остерегаться, может, какие-то, да, предупреждения для вас. И первая карта Раки для вас на начало месяца – это карта Верховный Жрец. В начале месяца, в мае, да, уже от вас требуется ваша уверенность, да, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы были уверены, да, там, где вы находитесь, то, что вы хотите делать, те цели, которые вы хотите воплощать, да, сделать, вот уже в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта в начале, что вам это самое, двойка мечей. Двойка мечей показывает то, что, знаете, если вы хотите что-то поменять, да, то, что от чего-то уйти, будьте уверены сначала, да, дайте себе возможности. А стоит все-таки пока в май месяц уйти от тех отношений, которые вы сейчас находите, а может все-таки может что-то поменять, может что-то нужно все-таки дать еще какой-то шанс, да, если стоит все-таки сохранить это, а не просто уйти то, что вы так хотите. Здесь все-таки вы должны уже вначале быть уверены, да, все-таки не спешить, а быть готовы, да, принять правильное решение. Давайте посмотрим следующая карта, да, карта Туз Пентакли. Туз Пентакли, да, показывает, что у вас идет, да, новый шанс по поводу финансов, да, новый шанс, что, знаете, высшая сила дает именно по поводу для того, чтобы вы финансово ваше положение, да, на новый уровень, да, что для того, чтобы здесь может быть для некоторых будет касаться, что, да, появилась уверенность, да, что может какие-то большие кредиты у вас были, и у вас это закроется, да, вы каких-то завершите, да, и у вас настолько, да, стремление даже есть, да, так уверенность, да, вот именно то, что у вас это получится. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это у нас рыцарь мечей. Рыцарь мечей показывает, что вы уверенный человек, да, вы уверены люди. Да, вы уверены в том, что вы сможете это, да, вы хотите быть счастливы, не отпускайте руки, да, это у вас не то, когда мысли, да, что вы хотите, да, мечтаете, что вы сделаете, да, а у вас уже в середине месяца у вас воплощение вот в эти цели, да, которые вы мечтаете, да, которые вы хотите сделать. Давайте посмотрим следующая карта на середине, да, это тройка пентаклей. Вот тройка пентаклей об этом и говорит. Если вы хотите начать чего-то, да, обучение, да, новое обучение, да, повышение квалификации, да, даже может быть вы как преподаватели, да, какие-то знания у вас, и вы кому-то еще эти знания преподаете, да, вот благодаря этому вы все-таки повысите себя, да, как личности, да, но это тот период высшей силы дает, когда вы можете это сделать, да, себе вот можете в себя вкладывать для того, чтобы вот эти финансы, у вас крупная сумма в будущем у вас она в ваших руках была. Давайте посмотрим все-таки следующая карта на середину. Это девятка кубков. Это показывает ваше изобилие, да, ваше именно то, что у вас есть на середине месяца. Самое главное, смотрите, борьтесь, не отпускайте руки. Будьте уверены, что это у вас получится, что это ваш момент, да, этот ваш период, но никому не рассказывайте, да, потому что если вы кому-то рассказываете, что у меня вот это получается, я добьюсь, да, вот цели какие у меня есть, то вы можете, знаете, кто-то вот из-за зависти у вас это может все разрушиться, да, постарайтесь все вот благое для вас сохранить. Давайте посмотрим следующая карта, да, на конец месяца, но здесь для вас, мои дорогие раки, больше как финансовая, вот именно в мае месяце будет. Следующая карта у нас королева жезлов. Мужчины рядом с вами, те, которые есть такая женщина, которая вас поддерживает, которая вам дает вот ту, знаете, ну, те знания, да, ту поддержку, которую вы нуждаете. Женщина, мои дорогие, это вы сами выпадаете, как благородная, которая женщина может сама за себя постоять, она может сама себя в себя вкладывать, да. Те, которые, да, вот
может быть, попросит, да, вот это самое, может, какая-то помощь будет нужна, да, решить какие-то финансовые вопросы, да, здесь могут вам помочь какая-то женщина, да, в конец месяца, да, она можете, вы можете, да, стремиться быть уверены, что, да, она может вам помочь именно вот повышение квалификации, какие-то знания, да, какие-то что-то получать. Да, давайте посмотрим все-таки следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие раки. Девятка мечей. Девятка мечей говорит о том, что даже то, что вы понимаете, что это болезненная, да, осознанная, да, болезненная ситуация, да, которая у вас происходит, которую вы переживаете, да, уже в конец месяца, да, здесь может быть, знаете, еще такой по этой карте говорится, не нужно, да, себя разрушать изнутри из-за этих ваших переживаний, да, сделать себе больно, да, дайте возможность себе, да, понимать, что бывает такая, когда вот, ну, в моменте, когда у вас есть такая тоска, да, что у вас, может, страхи, да, и вы можете, даже, может, знаете, какая-то жалость к вам может это, да, появиться в конце мая, да, вы можете даже себя вот, может, корить за какие-то вот, да, за какие-то поступки, которые вы не совершали. Может, все-таки вы стоит думать, да, все-таки вы не уверены, что сможете, да. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы, да. Королева мечей, да, вот требуется именно май месяца, целый, да, вот весь месяц, да, ваша строгость, ваша хладнокровие, да, ваша четкая, четкие цели, да, поставлен, чего вы хотите, да, потому что здесь не то время, когда вы должна себя жалеть, да, корить, да, ругаться за что-то, а просто понимать, да, если вы понимаете, что вы должны что-то с кем-то прекратить какое-то общение, даже если вы дружили долгое время, вы должны осознать, что здесь вам должны, да, четко поставить, да, точку, да, вы должны расчистить себя вот в мае месяце. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.